успокоился, Билли шел в себя. Предыдущий соперник Салливан Барреро снова деклассировал кубинца и завершил этот бой красивым нак. Финтит передний, пожалуй, одно из редких моментов, когда ему нужна пауза. Здорово попал. Восьмой раунд, наверное. Редко он идет вперед, как правило, о защите, если уж совсем плохо. Мы слышим голос Геннадия Мощанова. Пару секунд этого поединка хорошо использовал Сергей Ковалев своим. Это хорошо, быстро, плотно, но попал. Гулял Челемба. Дмитрий хорошо держит дистанцию, не сваливается, вот на не пришел в себя на 100%. Успокоился, пришел в себя. И опять через руку справа. Поединок для себя. Рано или поздно их встреча состоится. Снял тактику. И зрителям, и судьям, что на боковой. Атаки, что ему, может быть, не так свойственно. Соперникам, что соперник плюс Геннадий Мошьянов, тренер Дмитрия Билла. Ну и Дмитрий, кстати, славится тем, что сально притворяет в жизнь. Челемба руки длиннее, но не достает. А Билл достается в глаза, что Дмитрий не закрепощенный. Вот это его бокс. Двойка, отлично. Билл еще раз. Это курс. То, что нужно Биллу. На пропускал, как-то защищается. Тут пытается ответить и реваншировать. Динок чуть более открыто. Здорово слева. Челемба после своей атаки Дмитрий. Ваться при работе в цель, точно в подбородок. Айзека Челембу в концу четвертого наносил Дмитрий. Подуспокоились действия силовых ударов. Вот сейчас он не набрасывается на него, она для того, чтобы был некий рад тому, чтобы быть забитым. Он начнет еще сильнее поддавливать соперника. Здорово джеб. Она держит соперника в напряжении. На этой же рукой после джеба наносить и пока. Опять джеб. Повторный. И попеть. Потом справа добавляет по корпусу. Единичные эпизоды. Но, правда, сейчас Бивол поймался. Бой очень напоминает Бивола против Сальвана Барре. И поединка. Но и Бивол показал, что в таких боях он может быть опасен. Да, есть у некоторых пани. Доказал это уже на высоком уровне. Теперь попросил Бивола включать. Та манера, в которой действовал Бивол, она была как некой, да, он заложил платформу, и сейчас мы как раз видим, Бивол включает комбинации. А вот что касается Челембы, то он пытался Челемба соперника. И неудобность. Да. По раундам или 60-54 считаем, он идет. Ох, как хорошо, справился. Крайне невелик. И разового. Но Бивол, да, в целом подинамичный. Ну и угроза еще, которая исходит от соперника. Бивол очень много финтит, работает корпусом. Дмитрий. Ну, Бивол принял без особых проблем. Вот еще. В защиту либо летят по воздуху. Поединок довольно активно, зрелищно и потряс. И подавно. Левый пока. Что ж, пока карточках этот бой не выиграть, он проигрывает, в целом уступает, но мы становились свидетелями снимок вердиктов. Бывало. Помнится. Безусловно. Для досрочного такого хорошее было попадание от Бивола левым через финт. И снова, как показалось, то ли перед Айзеком Челембы сейчас, это Дмитрий Бивол, который очередную успешную серию провел. Причем потом тут же повторно. Бой испытывает те же проблемы, что и Мурат Гаси в бою против Александра Русева. Может подстроиться. Потому что Бивол, постоянно перемещаясь, абсолютно без боксерского интеллекта Айзека Челембы, Дмитрия Бивола. И так, как ожидали, Рой Джонс, судя по его довольно вялым установкам. Но если ты скажешь, что это был действительно очень хороший опыт и многое. Дмитрий абсолютно на тихой волне проводит 11-ю. Ну, Дмитрий, он, да, Ну, а с другой стороны. О, через руку как раз, особенно в начале боя, он. Можно. Челембе, Геннадий Мошьянов. Ну, и, да. Кстати, тот самый сбок.
по половине боя именно этих левых пока. Минута до конца поединка остается. Наслаждение от того, что продемонстрировал любители откровенной драки, меньше удовольствия получить очкам. Но так или иначе, в конечном итоге победа есть победа. 120-108, то есть 12-0 по раундам. 116-112, то есть 8-4 по раундам. Целых 4 раунда нашел судья. Но тем не менее... Дмитрий Бивол, третья защита титула, единогласное судейское решение.